Израильский ученый, который работал в США, изучал влияние марихуаны на человеческий организм. После многих исследований он пришел к выводу, что в человеческом мозге присутствуют миллионы каннабиоидных рецепторов. Находясь в определенном состоянии, вы производите внутри себя соответствующую химию, вызывающую у вас наслаждение. И мозг постоянно надеется и ждет, когда вы создадите химию блаженства внутри. Если вы используете внешние средства, вы становитесь их рабом. Если вы сможете создавать химию блаженства внутри себя без использования каких-либо внешних средств, тогда ваши заботы о выживании, борьбе, о том, что вы являетесь проблемой, исчезнут. Когда вы больше не являетесь проблемой, вы легко справитесь с внешними ситуациями.